Так, на вопрос, как я спускаю этот велосипед электрический с первого этажа, я живу на первом этаже, хочу вам показать свою систему ниппель. Частично разработана была моим супругом, инженером-электриком с высшим образованием. Была куплена вот такая доска. Вот она. Эта доска выкладывается вот так. Вот. Используется естественная, вот видите, выемка, которая здесь я вот так вот срезала под углом 45 градусов. Далее берется вот такое сооружение. Трамплин так называемый. Длинный трамплин один. Короткий трамплин. Это я уже сама придумала, сделала. Оп, оп. Это сыночка мне прикрутил одну. А эту я сама. Так. Далее берется вот такой кирпич. Оп. Видите, для удобства с дырочками нашла. До этого то одним, то другим, то досками пользовалась. В общем, один раз унесли. Не один раз, несколько раз у меня уносили доску. Доски. Так. Значит, открывается дверь. Входная железная. Подъезд. Дом у нас, я называю, последняя улыбка с СССР, построена во время перестройки уже. В 1994 году мы сюда заехали. Трубы коммуникации, конечно, это были с СССР. Разворовывалась. Вот эта плита, которая вот здесь стоит у нас, она, оказывается, не та, которая полагалась по стандартам. Это мы знаем, потому что тот, кто строил этот дом, оказался знакомым, и он нам рассказал сразу же, когда мы получили это жилье. Получили мы его, потому что мой супруг тогда работал в ПНХЗ, Павлодарский нефтеперерабатывающий завод. Отработал он там во вредном цехе 22 года. Вроде бы, говорят, там изменения сейчас по законодательству, и он уже может выйти на пенсию. Вот. Тут очень высокие пороги. Да, ну это же СССР планирование. Да, никаких пандусов нет. Вот здесь вот мы уже сами бетонировали, соседи. Почему? Потому что здесь же перепад холода и тепла происходит зимой. Накопление снега, влаги происходит, и разрушение произошло. И здесь вот я забетонировала. Сначала мы вот несколько лет тому назад вот эту вот штуку положили, бетонную. Не помню, откуда мы ее притаранили. И я вот сделала вот такую вот. Сколько песка хватило, привезла песок я. Вот это вот подоконник. Меня всегда интересовало, почему бетонные конструкции СССР прочные, а современные вот две зимы, три зимы распадаются. И вчера я получила ответ на этот вопрос. Всегда задавайте вопросы, и вы получите ответ. Ну вот, такова моя конструкция, как я вывожу свой велосипед. Салямаса!